Добрый вечер, дорогие друзья! Мне пришла посылочка от магазина интернета «Смородина». Такую пряжу я заказала. Называется эта пряжа «Меринос». Производитель Италия. Эгоиста. 60% мериноса, 20% шелка и 20% полиамида. Метраж 100 на 100 грамм 700 метров. Цвет называется коричневый терракотовый. Смотрите, какой обалденный цвет. Сейчас покажу ниточку. Переверну и покажу ниточку. Вот. Смотрите, какая ниточка. Шикарная ниточка под букле, да? Я решила с этой нитки связать себе пальто. Таких пряжи я взяла две. Получается, цена... Так, цена 2,45 за грамм, это 245 рублей за 100 грамм. Это вот верхний. Вышло у меня за две бобинки по 360 грамм. Две бобинки по 360 грамм вышло 1764 рубля. И еще я получила вот такой вот, смотрите, какой обалденный меринос. Тоже пряжа меринос, производитель Италия. Самый распространенный этот артикул у него Лана Гата, самый ходовой. Но это вот, видите, вкрутки такой. Называется, значит, Лана Гата. Состав 90% мериноса и 10% кашемира. Очень мягенький, очень нежный. Цвет называется горчичный. Самый такой сейчас модный цвет, что вот этот цвет, что вот этот цвет. Я же слежу за модой по цветовой гамме. Горчичный, горчица, горчичный. Метраж у него 100 грамм, 2 метра 400. И получается, если вам покажу, какая тоненькая ниточка. Буду я вязать в 4 нитки. Здесь вот их 3. Вот у меня еще 3. Специально взяла, получается, 600 грамм. 1 грамм стоит 2,60. 100 грамм 260 рублей. Это для этой пряжи очень выгодно. Получается, за 6 бобинок отдала 1560 рублей. И плюс доставка обошлось 4,123. За 5 дней мне доставили. Сюда ходили конусы, потому что на конусы наматывается. Конусы стоят тоже. Один конус 55 рублей. Очень удобно. Это итальянская, говорю, пряжа. В 4 нитки. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Это в 3 нитки. А в 4 нитки, значит, мы добавляем еще одну ниточку. И вот так вот. Сейчас приближу. Вот. Ну, в 4 тоже нормально. Еще раз повторюсь, я это заказывала в магазине «Смородина». Интернет-магазин «Смородина». Самая дешевая итальянская пряжа у них там. Никогда не подводят. Всегда... ответит на любые вопросы. Еще мне подарочек. Каждый раз, когда я у них пряжу заказываю, в таком конвертике они мне присылают. Скорее всего, чай. Сейчас посмотрим. Чай и ихняя там эмблемка. Сейчас посмотрим. Даже не один чай, а шоколадками, скорее всего. Да, 3 шоколадки. Это в подарок идет. То, что я с ними сотрудничаю. И получается чай. Чай очень вкусный у них. Я вот говорю уже несколько раз. Сейчас вытащу, покажу вам все. Даже не один чай. Нет, один. Один чай вот такой вот упаковки. Зеленый с жасмином. Тот раз был черный. Я пью черный, но зеленый с жасмином. Кому-нибудь отдам, потому что я не пью зеленый с жасмином. Ну, ничего, зато приятно. Это шоколадки. И вот так вот.
Так что заказывайте, у них очень выгодно. Такие вот дела. Вот еще раз покажу. Смотрите, какие обалденные цвета. Вот так вот у меня сейчас вот здесь вот выглядит. Все упаковано в отдельные пакетики. Еще заупаковано было. Все хорошо. Ничего не поломано. Ничего не украдено. Все отлично. Смотрите, как блестит этот горчичный меринос с кашемиром. И этот обалденный коричневый терракотовый. Так что заходите в их магазин, смотрите. У них очень быстро раскупают. Потому что многие пользуются этим магазином, в том числе и я. Так что всем удачи. Пока-пока.